Сразу к делу. Сегодня посмотрим небольшой игрушечный пневматический пистолет. Давайте начинать. Называется эта игрушка Air Sport Gun К-118. Есть надпись, что рекомендуется для людей старше 18 лет, но вопрос, почему она продается в детском отделе, остается риторическим. Сбоку на коробке тоже есть надпись про ограничение возраста, а также надпись про дальность полета пули 50-60 метров. С другого бока есть гордая надпись Metal Edition, а под ней размер пулек 6 мм. В коробке в пластиковой белой формочке в гордом одиночестве лежит пистолет, а под упаковкой лежит пакетик пулек, за которые я доплачивал отдельно. Пульки яркие и сделаны из недорогого пластика. На пистолете есть надпись Colt PTFABETD, короче, ETP, USA, но мы уже знаем, что это чудо сделано в Китае. Пистолет совсем крошечный, но с корпусом из металла, который приятно холодит руку, потому что в ручке есть утяжелитель. Поэтому как игрушка он не ощущается. Перезаряжается очень легко и звук выстрела не очень громкий. Обойма у пистолета пластиковая, причем пластик очень дешевый, и даже с десяток падений она точно не переживет. Ладно, давайте немного постреляем. В обойму, кстати, влазит только 7 пулек, и после каждого выстрела нужно будет перезаряжаться. Реальная дальность у пистолета не более 20 метров, но даже с 5 метров сбить пустую пивную банку – дело случая. Даже при нескольких точных выстрелах. Вот такая небольшая вмятинка осталась. Теперь выстрел будет с 3 шагов. И вмятинка примерно такая же. Толстая картонная коробка тоже не получила сквозных дырок. Подводя итоги, это очень недорогой детский пистолет, с помощью которого можно весело провести время, потренироваться в меткости и посоревноваться. Но не забывайте проводить инструктаж по технике безопасности и объяснять, что нельзя направлять оружие на людей и животных. С вами был Антон, приятных вам покупок, увидимся, ребят!